Анонс и точная дата выхода 8 серии турецкого сериала «Земли беззакония». 8 серия сериала выйдет в эфир 17 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Али предупредил Гюльфем о том, что если она захочет от него уйти, то ее отец сгниет в тюрьме, а Давута он прикончит своими собственными руками. Давуту удалось сбежать от стражи в тот момент, когда его перевозили. Он встретил Гюльфем и предложил поехать в Стамбул, где до них никто не сможет добраться. Но Гюльфем сказала своему возлюбленному, что она не может уехать. Она не может стать его женой, так как Али воспользовался ей, и теперь она выйдет замуж за него. Давут был шокирован и решил, что их отношения с Гюльфем на этом закончились. Девушка начинает повсюду искать Давута и пришла в поместье, но ее не рады здесь видеть, так как прекрасно знают, что пришлось пережить Давуту из-за Гюльфем. По мнению близких людей Давута, Гюльфем поступает с ним так, как ей этого хочется. Гюльфем посоветовали отправиться в хижину, где они с Давутом заключили никаяк и посмотреть, что с ней стало. Давут сжег ее и тем самым вырвал Гюльфем из своего сердца. Он больше не хочет ничего про нее знать и слышать. Асуда пришла к Али с радостным известием и сообщила о том, что она беременная. Али эта новость рассмешила. Когда Гюльфем встретилась с Али, то он предупредил ее еще раз о том, что она завтра должна будет поставить свою подпись, и они станут мужем и женой. Напомню, 8 серия сериала выйдет в эфир 17 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.